У закладного камня в этот день собрались члены волонтерских объединений, военные и просто неравнодушные горожане. Почтил память павших в ходе специальной военной операции и глава региона Максим Егоров. Хочу напомнить, что здесь у нас будет целый мемориальный комплекс, посвященный нашим военнослужащим, которые погибли, отдали свой долг в ходе проведения специальной военной операции. Сейчас мы разрабатываем соответствующий дизайн-проект, проект благоустройства, ну и, конечно же, будем помнить наших героев. Дизайн проекта должны обсудить со вдовами погибших бойцов. Место установки будущего мемориала выбрано не случайно. Рядом находится мемориальный комплекс в память о воинах-интернационалистах Тамбовской области, которые не вернулись из Афганистана. Недалеко расположены Парк Победы и Аллея героев Великой Отечественной войны.